Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны на военную службу, а также об увольнении с нее тех, кто уже отслужил. Осенняя призывная кампания стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. В этот раз на военную службу отправится 134 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. 704 призывника из Тувы пополнят ряды вооруженных сил России. Также в указе президента предписывается осуществить увольнение с военной службы тех солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек. Отмечается, что общее число российских призывников вновь сократилось. Год назад указом главы государства были призваны 152 тысячи человек, а в марте 2017-го – 142 тысячи. По партийному проекту «Городская среда» в Кызыле благоустраивается 8 дворовых территорий, 6 общественных пространств и городской парк. Выбранных членами общественной комиссии по проекту «Городская среда» во дворах появится зона отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, скамейки, урны и освещение. Будут проведены работы по озеленению и ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним. К примеру, во дворе по улице Кочетова, 95, выполнен большой объем работ. Проведена валка деревьев, положен асфальт, созданы автопарковки с установкой бордюрного камня. Дополнительно расчищен и выровнен весь участок. Завершается озеленение, установка освещения и огораживание детской площадки. Жители нескольких домов уже этой зимой смогут сыграть в хоккей, не выходя из двора. 1 октября жильцы домов по улице Кочетова, 95, и улице Калинина, 24, выйдут на субботник. Поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие прямое возмещение убытков в автогражданке на коллективное столкновение транспортных средств, то есть в которых участвуют два и более автомобиля, вступили в силу 25 сентября. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. Прямое возмещение убытков означает, что потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО к своему страховщику, а не к страховщику виновника. А затем страховые компании рассчитываются между собой. С 25 сентября такой порядок возмещения ущерба распространяется на столкновения, в которых участвуют два и более автомобиля. До этого прямое возмещение убытков было возможно только при столкновении двух машин. В остальных случаях потерпевшим нужно было обращаться к страховщику виновника. Новый порядок выплат будет применяться к ДТП, которые произошли после 25 сентября. Прямое возмещение убытков возможно только при авариях, где нет пострадавших и вред причинен только автомобилям. Утреннее построение – поднятие российского триколора под звуки гимна страны. Так начинается каждое утро у студентов военной кафедры Тувинского государственного университета. Отбор на военную подготовку прошел в два этапа. Первый – регистрация и второй – результаты медицинского осмотра, уровня физической подготовленности и успеваемости. Военная подготовка на кафедре при Тувинском государственном университете только началась. С 12 сентября начались плановые занятия. Набрано в соответствии с заданием 3 учебные группы. Занятия ведутся по 11, по направлению подготовки солдат запаса и направлению подготовки сержант запаса. У сержант запаса предусмотрена программой 14 дисциплин военно-профессиональных. У солдат запаса предусмотрено 12 дисциплин военно-профессиональных. Айрат Хайларак давно хотел стать военным. Услышав об открытии военной кафедры при Тувинском госуниверситете, решил попробовать. Ты надела именно военную форму, и это дает еще больше уверенности себе, потому что ты чувствуешь, как военный человек. А при построении это чувствуется уже, чувствуется прямиком. То есть вот ты уже учишься военным направлении, да, уже чувствуется. Студенты уже с середины сентября начали изучать основы огневой, тактической и тактика специальной подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, ежедневные тренировки на плацу вселяют в студентов боевой настрой. Ведь многие из них в последующем собираются продолжить военное обучение. В дальнейшем хочу обучиться на военной гражданке, гражданской обороне. Обороне в дальнейшем уже продолжить карьеру военнослужащего. После успешного завершения теоретического этапа военной подготовки студентов ждет практическая часть. Если быть точнее, через 2 года при прохождении экзаменов на отметку «хорошо» студенты будут обучаться уже навыкам военной подготовки непосредственно в полевых условиях при военной части. Вот этого 30-дневного сбора, они аттестовываются должностными лицами Министерства обороны. Если аттестация успешная, военным комиссарам республики присваивается им соответствующее воинское звание. Тем, кто проходит подготовку по программе «Солдат запаса», присваивается звание «Рядовой запаса». Те, кто проходит подготовку по программе «Сержантов запаса», присваивается воинское звание
сержант запаса. Напомню, что в 2016 году в рамках расширения географии военной подготовки студентов по стране Министерством обороны России были открыты 5 дополнительных военных кафедр в вузах, куда вошел и Тувинский госуниверситет. Госавтоинспекция Тувы сообщает, что в 5 подразделениях ГИБДД организовано использование платежных посттерминалов, позволяющих в безналичной форме принимать у населения денежные средства в счет уплаты административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Прием платежей осуществляется сотрудниками ГИБДД, что позволяет избежать большого числа ошибок, допускаемых гражданами при самостоятельном перечислении денежных средств. Отмечается, что за проведение каждого платежа банком взимается комиссия, размер которой зависит от суммы уплачиваемого штрафа, но не менее 20 рублей. К оплате принимается карта любого кредитного учреждения. Размер уплачиваемого административного штрафа также не ограничен. Сведения об уплате административных штрафов, произведенные с помощью посттерминалов, автоматически поступают в государственную информационную систему по государственным и муниципальным платежам и банк данных ГИБДД. 3 платежных устройства, расположенные в административных зданиях госавтоинспекции, расположены в городе Кызыле и на стационарном посту ДПС Шевелых. Также 2 переносных терминала находятся в автопатрулях отдельно роты ДПС, несущих службу на территории города Кызыла. Экипаж дневной смены отдельно роты ДПС может принять к безналичной оплате административные штрафы и по только что вынесенным постановлениям. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 1 копейка, а евро 68 рублей 17 копеек. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден! Солевая пещера «Ассоль» – морской курорт в 2 шагах от дома. Наш адрес – Калинина, 3/3. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так, Ультра HD телевизор LG с диагональю 109 сантиметров всего за 889 рублей в месяц. РБТ.ру. В Туве индивидуальный предприниматель подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов. Региональным следственным комитетом в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2014 года индивидуальный предприниматель, не желая платить налоги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, оформила свою предпринимательскую деятельность на подставных лиц. В дальнейшем с целью сокращения суммы налогов, подлежащей уплате, путем представления налоговой декларации с заведомо ложными сведениями по налогооблагаемой базе и разделением предпринимательской деятельности на подставных лиц, за 2013-2014-2015 годы индивидуальный предприниматель уклонился от уплаты налогов в общем размере на свыше 56 миллионов рублей. А в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Накануне председатель Федерации альпинизма Тувы, член Русского географического общества Марианна Кыргыз встретилась с любителями горного спорта в рамках традиционных лекций «Колесо знаний». Эверест такой далекий и близкий. Так назвала встречу Марианна Кыргыз, обладающая званием «Снежный барс». Каждый из пришедших хотел услышать историю о восхождении на смертельно опасную вершину планеты из первых уст. Как рассказала лектор, желающих покорить Эверест много, однако не всем удается дойти до самого пика горы. Так, во время восхождения проходят и молебны, где буддийские монахи просят духов горы быть милосерднее к альпинистам. На успешное восхождение на Эверест требуется 60 дней. Так, вот тур рассчитывается на 2 месяца. И вот там, значит, нынче погода нас не баловала, была почти каждый день до обеда зима. Вот смотрите, такая картина, да? Так, вот.
Очень так заваливало снегом, очень холодно было. Проблем по пути восхождения на Эверест хватает. Это и экстремальная погода, температура минус 60 градусов по Цельсию и кислородное голодание. Марьяне Кыргыз до самого пика не хватило всего 192 километра. Теоретически покорение Эвереста можно осуществить за несколько дней, говорит альпинист. Но экспедиция продолжается намного дольше, поскольку главное правило альпинистов – постепенность. Чтобы избежать приступов горной болезни, подниматься на очередную высоту рекомендуется мягко и плавно. В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка известного тувинского художника «Камнереза». Кемерол Дангак, заслуженный деятель искусств Тувы и обладатель множества художественных премий, привез в Кузбасс персональную выставку «Ожившие камни». Кемеровчане получили возможность познакомиться с произведениями камнерезного искусства, прославившими на весь мир Республику Тува. В Кемерово скульптор-монументалист привез также копию композиции из черного материала серпентинита «Укротитель», бронзовый оригинал, который находится перед Национальным музеем имени Алданмадер. На открытии кемеровской выставки, приуроченной к 55-летию художника, он присутствовал лично. Одним из ярких моментов вернисажа в столице Кузбасса стал его авторский мастер-класс, где каждый желающий мог попробовать научиться резать камень агальматолит и делать из него фигурки. Стоит отметить, что в запасниках музея хранится более 70 предметов камнерезного искусства Тувы. В ближайшие сутки местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Днем сильный мокрый снег, гололедица. С 29 сентября по 1 октября местами в земледельческой зоне Тувы ожидается установление временного снежного покрова. В Кызыле облачное с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, временами дождь со снегом. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 9 плюс 11. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем плюс 5. На Полке ясно, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем плюс 2. В Танзибе ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем плюс 2. По всей трассе проезд удовлетворительный.